Это товар! Я знаю! Подожди! Еще не нашла его? Терпение, Зип. Я ведь говорила тебе, в Средиземном море мало неоткрытых островов. Ты точно уверена, что этот Эддингтон знает, о чем говорит? Он говорит, мой отец полагал, будто вход в Авалон находится здесь. И я ему верю. Ладно, но выходит, ведь мы уже говорили... И мы говорили, а ты? Меня не впутывай. Ну, допустим, Авалон реален. Но искать его, потому что... Какая-то больная говорит, что твоя мать не погибла. Послушай меня, я не хочу показаться черством, но это мысль о том, что твоя матушка живет в кельтском загробном мире, по-моему, пахнет безумием. Алистер, я не питаю иллюзий насчет того, что моя мать здравствует в сказочном раю. Я просто ищу истину, какой бы она ни была. Я тебе еще позвоню. Thank you.
резьба явно похожа на орнаменты раннегерманской эпохи, но гораздо старше, чем V век. И что странно, куда сложнее. Протоскандинавские руны? Посмотрим. Туманная земля. Это должно быть Нифельхейм, царство мертвых. Скандинавский вариант Авалона.
Тор, скандинавский бог грома. Каким ветром тебя занесло в Нифельхейм? Согласно Эдам, Тор брал свой могучий молот Мьёльнир только в особых железных перчатках. Мьёльнир был настолько силен, что равнял горы с землей. Но при чем здесь Авалон? Положи руки на затылок и повернись. Медленно. Я так понимаю, что взяток вы не берете.
Open fire! Теперь только Лара может ее надеть. Пока я ее не убью, артефакт все равно не сменит хозяина. Корабль топит. Черт! Поговорим об этом позже. Приятно снова видеть тебя, Лара. Здешний гадюшник скучноват, поэтому мне нравится смотреть, как Аманда страдает из-за общих с тобой увлечений. Жаклин Натла, ты все никак не умрешь. Точно так же, как и ты. Значит, это ты рассказала Аманде про Авалон. У нас мало времени, так что спрашивай с умом. Что тебе известно о моей матери? Помост, который вы с ней нашли в Непале, часть, скажем так, транспортной сети. Он доставил твою мать в Авалон. Мой отец полагал, что Авалон под землей, но там Нифльхейм. Какая между ними связь? Ричард нашел не тот загробный мир скальдов. Твоя мать находится не в Нифльхейме, она в Хельхейме. И где он? Наступит день, и я тебе скажу.
Но когда этот день наступит, тебе понадобится молот Тора, чтобы войти внутрь. Быть может, тебе повезет больше, чем твоему отцу. О чем ты говоришь? Ищи ответ на западном побережье Таиланда. 17-я параллель. Thank you.